Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Мистецтво володіти собою, володіти публікою, створювати музичні треки. І це ще не все, що вміє робити будь-який діджей. А якщо діджей-професіонал, то він ще багато чого вміє. Тож, до нашої студії ми запросили Сергія Шкапова. Це діджей, і так, раді вас бачити, пане Сергію. А музика – це взагалі, мабуть, те, що оволоділо вами, захопило, і тепер ви вже з нею не розлучені. 100%. Це з самого дитинства, це прям, з цим треба, мабуть, родитися, да. Звичайно. Музичний трек, що він собою уявляє, як його треба розбити, щоб зрозуміти, де початок повинен бути, де є кінцівка, як він розвивається, музика, чи це потрібно діджеєві? Обязательно, обязательно. И если сам мы берем конкретно один трек, то он должен правильно быть подобран к самому сету, который будет играться самим диджеем. И от одного трека мало что зависит. Зависит полностью от всего сета. Наверное, больше нужно акцентировать на том, чтобы построить правильно сет, а не сам трек какой-то, выбрать правильную позицию в нем или отыграть его. Он должен быть каким-то ключевым или, там, допустим, в начале самого сета. Наверное, больше, ну, зависит вкус диджея. Так, а смак, він якось розвивається? Чи треба мати музичну освіту, чи вона у вас є? Музикальне образование не обязательно. Нужно чувствовать, нужно со временем приобрести свой стиль, свой вкус музыкальный. И это, конечно, еще зависит очень много от того, где это будет все происходить. Либо это будет на каком-то частном мероприятии, либо это будет в каком-то заведении, клубе, там, где какой-то нужен соблюдение формата. И, соответственно, со временем, с опытом приобретается подача, приобретается у самого диджея вкус, и ему, допустим, говорят какой-то стиль, и он уже в своей подаче, в своем стиле этот жанр музыки, который там требует, он его уже подает там вкусно, как-то интересно. Ну, треба ще вміти його подати. До речі, пригощайтесь, Сергію, Фреш, будь ласка, вже зараз тепло стає, весни нарешті дочекалися. Сергій, от справді, для того, щоб показати себе і проявити себе, можливо, щоб вас впізнавали вже як діджея, потрібно мати щось особливе. Що особливе маєте ви і чим ви берете публіку? Музыка в первую очередь, это обязательно. Это кредит доверия от людей. На вечеринках это, вот как мой тренер по баскетболу говорил, но это, наверное, работает везде. Количество порождает качество. И вот чем больше практикуешься, тем больше ты понимаешь, что нужно людям, как это нужно сделать, чтобы это им понравилось. И вот наверное, с опытом, с количеством все-таки... в общем, опыт, вот, наверное... Ви розповідали, як починалося все. Тобто вам показали дещо, за що відповідає, деякі є кнопки, як треба. Там же багато апаратури. Ну як, я слухав там радіо, взагалі все починалося з того, що там був якийсь у мене, допустим, ноутбук, і просто вставляв там провод напряму, був там проігриватель, і там була задержка така, там 3 секунди, 5 секунд я мог ставити, і там в кінці, допустим, трека, пісні, идет затухание, потом следующий трек начинается. Вообще с этого все начиналось. А потом, да, конечно, какой-то уже интернет, какие-то уроки в интернете, там даже без Ютуба, статьи какие-то или еще что-то, как это делается. Да. А потом как-то контроллер появился, и потом появился человек в моей жизни, вот, который сейчас со мной, Денис, арт-директор Барто. И вот он, да, показал мне пару кнопок, и такой, ну все, разберешься. І ви розібрались? Да, і да, тепер все. Тепер да. Скільки років вже ви діджей? Ну, наверное, все моє. От з першої, самої першої вечеринки, це взагалі був там ще технікум. І до сьогодні, то, наверное, 10-11, приблизно так, да. 10-11 років. Да. Ну, це вже достатньо, да. Аби справді на вас уже рівнялися. Чи є у нашому місті, чи, можливо, в Україні ті люди, з якими вам було б цікаво попрацювати? 100%. І дуже часто буває таке, що діджеї працюють десь в парі, і теж дуже цікаво дивитися, як вони співпрацюють, як вони один одного розуміють. Не самі розуміють, а розуміють музику. От музичний супровід їх заводить.
Да, есть люди, очень много людей в Украине, есть очень талантливые люди, есть многие люди, которых даже Украина, там, допустим, знает Монадика, грубо говоря, вот таких каких-то там Потапа или там Дорофеева, там еще кого-то, но не знает людей, которые, допустим, пишут им музыку. Некоторым людям пишут, их называют госты, это как допустим, как привидения, то есть их не видно. Люди, которые пишут, допустим, в Киеве у нас, там в Харькове есть. Ребята топовым диджеям за границу, за деньги это все делается, за хорошие деньги. И с такими людьми, да, нужно прям работать и сотрудничать. Конечно, сложно допроситься к им во времени, чтобы там просто хотя бы там отправить им демо какое-то, чтобы они оценили его. Но, да, обязательно. Ну, ви пробуєте ком'юніті. Ви це робите, так? Співпрацюєте вже? Да. Чи треба виходити на міжнародний рівень от діджеям? І наскільки це складно зробити українським професіоналам? На самом деле, тут буде зависіти від... Несложно. Это несложно. 100% несложно. Это нужно написать что-то, потом это стереть, написать еще раз, так 10 раз, потом отправлять людям, которые немножко поопытнее, которые где-то выпускались, и, скажем так, просить у них, чтобы они помогли, если это годный материал, они смогут поотправлять лейблам за границу, на прослушивание, чтобы у них больше кредита доверия. То есть это все какое-то комьюнити диджейское, музыкальное. Все друг другу должны помогать. Есть музыканты, которые закрыты, но это большая на самом деле ошибка. Они должны быть открыты, должны со всеми общаться, воспринимать хорошо критику. Это прям 100% обязательно. І, ну, наверное, вот как-то угу. так. А тут ми бачимо ще так ваші фото і робота. Да. Робота з публікою. Да. Видно, на чому ви працюєте. Це все теж було придбано за довгі роки вашої професійної діяльності. Це от ці фотографії, це були з вечеринки «Оазіс». Це мій личний проєкт такий здесь в Дніпрі. Поки ще за город я планую виїхати в Харкові устроить вечеринку «Оазіс». И это все оборудование, это берется в аренду разово. То есть на, я беру на вечеринку. Ну, то есть это так дорого, да? Да, взяти все, что потрібно для диджея, и так, чтобы придбати, чтобы только у вас было, то, мабуть, не дуже выгодно. Да, наверное, не выгодно. Если есть какая-то локация, которая, допустим, принадлежала бы мне, там, клуб, заведение, я бы, конечно, купил бы. А так как, допустим, не имея какого-то заведения, я в разных локациях, постоянного дохода, конкретного, там, как от заведения такого масштабного, нету, только от вечеринки, то это не сильно выгодно. Легче взять. У нас в Дніпрі очень много прокат оборудования. Ну, звичайно. Це все так зрозуміло. Это... А що можна зробити, наприклад, так, якщо ви вже працюєте як професіонал на будь-якій техніці. Тобто у вас може бути одна, може бути інша, може бути ще якась. Це вже не важливо. Головне, як правильно ви нею володієте. Отут важливо. З приводу фестивалів і конкурсів. Чи проводяться вони зараз у нашому місті? Чи є взагалі вони в Україні? Як працюють люди, як туди потрапляють? Конечно, фестивали есть, допустим, вот недавно был на этих выходных фестиваль в Одессе «Маевка», там играли такие мастодонты диджейские, Украины ребята. Вы побывали? Нет, я там не был. Я на этих выходных был в Харькове, в «Опиуме» играл тоже, очень хороший клуб. В «Опиуме», наверное, там два у них «Болеро», и вот «Опиум», «Болеро» сейчас закрыто, «Опиум». Как попадаю туда? Нужно просто, наверное, быть уже много лет диджеем, и вот, опять же, нужно со всеми общаться, нужно со всеми как-то чем-то делиться, какой-то информацией, какой-то комьюнити. Есть уже образованная комьюнити, в которое, допустим, тяжело втиснуться, и это реалии, да. У нас не все хотят воспринимать каких-то новых людей, распыляться, скажем так. Угу. Треба, щоб були вже відомі свої, але їх знають і їх приймають. Да. Взагалі, таке коло шоу-бізнесу, коло діджейське, воно більш таке зосереджене, мабуть, на своїх людях. Да, і дуже важко, дуже важко. Да. Но нужно все равно, нужно пытаться, нужно общаться, находить как-то. Важно очень творчество. Если, допустим, нацелиться на написание музыки, а это одно из ключевых. Допустим, я знаю одного диджея там, с Киева, Черри, у него такой псевдоним. Он не играл музыку попервой, он просто ее писал. Он писал, и после этого, когда он начал писать, там его давал свои треки на заграничные лейблы разные, там европейские в основном. И
Только тогда его заметили в Украине здесь. И после этого он начал играть. То есть он не сперва стал диджеем в плане того, как диджаки играют, там, сводят треки, а он сразу начал писать, и только тогда, после этого начал играть. Потому что ви теж пишете музику. Да. До речі, така цікава дуже ви творча особистість. Ми можемо зараз послухати, подивитись теж, що ви запропонували нам. Тож, будь ласка, хвилинка нашої уваги. Horses in the back, horseback is attached. Head is mad and black, got the bushes black and match. Ось так ось ви працюєте. Да, это... Так, Сергію, не лише музику ви пишете окремо, так? Да. А ви і зводите її також. Тільки що ми почули ті два треки, які вам довелось дуже так гарно поєднати. А з приводу тієї музики, яку ви пишете, на чому вона базується? Чи це якийсь окремий стиль? Що там? Да, это отдельные стили, это более андеграундные стили, это ближе к прогрессиву, ближе к инди-денсу. Не, вроде бы, это стили, которые я назвал, это не техно, это то есть не прям слишком какая-то жесткая андеграундная музыка. Это более такая европейская, аккуратная, сансетная, когда можно отдыхать на вечеринках, расслабляться. Ну, щоб не вона напрягаться не заважала, в танце, да, да, щоб да, вона да, не заважала. Да, щоб вона не мешала. А то, что здесь, вот сейчас это видели, это видео, это я играл здесь в Днепре, в Рио, это более такая коммерческая часть моя в плане поп-музыки, приближенная это видео. Ну, тобто, ви розділяєте, є творча частина, якою ви дуже хотіли би займатися, але вона, можливо, не настільки популярна, як хотілося б, так, вам особисто. І є комерційна музика, якою можна теж займатися, але вона більш така розповсюджена, вона більш для широких мас. Тобто, тут є, знаєте, як у кожної творчої людини. Спочатку для себе, так, де людина розвивається, де вона може себе проявити, показати. Ну і, звичайно ж, для того, щоб публіку підняти, щоб публіка теж цікавилася. Якщо люди зовсім не хочуть ні рухатись, ні з вами якось спілкуватись, от є такі, бувають такі моменти. Що ви робите тоді? Я думаю, что там какое-то полнолуние, возможно, магнитные бури, я не знаю. Нет, бывает такое, бывает, приходят люди, вот как-то так вот они в одно время все приходят, какие-то странные, может быть, без зарплаты, я не знаю, или еще что-то. Треба их разворошить. Надо как-то их, ну да. Ну, Чим? Я в основном же занимаюсь организацией вечеринок и сам же на них играю все время. И... Так как это мои вечеринки, я всегда встречаю гостей. Это такое одно из моих правил. Кто-то приходит, я спрашиваю. Я сразу, точнее, здороваюсь, говорю, добрый день, там, вы на вечеринку. Там зачастую приходят тех, которых я уже знаю. Там, и вот так вот это все происходит. То есть какое-то ну, тобто, вони сразу вже, расположенность. Ви их одразу якось так можете захопити да, собою, да. Тим, що зараз буде. Тобто вони вже готові, вони вже трошки підготовлені. Да. Чи бувало таке, от, коли люди зовсім не готові, і ви розумієте, що ну, треба от зараз треба щось робити, бо інакше час буде втрачено. 100%. Це було на, точніше, це чаще всього буває на частних мероприятиях. Ага, і люди не дуже хочуть, Конечно, рухатись, да, там за столами сидять. Звичайно. Там, или там что-то встали, как бы, но им что-то вот не нравится, но они не могут подойти почему-то, там стесняются или еще что-то. И таким, это бывает, достаточно... Не часто, как бы, и нередко это такое среднее. Через раз такое бывает на частных мероприятиях. И приходится уже как бы применять опыт, базу. И ты видишь, допустим, людей, какой там у них возраст, начинаешь оценивать, как там, не знаю, вплоть до того, как они одеты. И примерно там заходишь в какие-то папки музыкальные, и вот так вот на выборочно какой-то трек. Ага, нет, не то. И там следующий. О, вот это что-то уже, вот я понял. Приблизно. В этом, направлении, да, и начинаешь как-то уже давать упор по музыке. А вы говорите, спілкуєтесь с людьми? Ну, часто через музичні треки можете до них достукатись? Чи лише музику? Ну, тобто є такий у вас розмовний жанр? Есть. Когда включаешь какой-то такой трек,
который все знают, хит. Даже в андеграунд музыке есть хиты, которые прям все знают. Те люди, которые приходят конкретно на эти вечеринки, и ну, там, подпеваем все, хлопаем, там, викрикуємо що-небудь, да. Ну, класно. Це взагалі треба вміти ще і володіти ось такою технікою, мабуть. Це вже техніка, да. Коли треба тримати публіку увесь час і не дати їй можливість заспокоїтись. Тому що заспокоєна публіка вже на наступний трек може і не вийти, так? 100%. Ну, тут теж така інтересна політика. Це і касається самого бара, коли все одно потрібно давати людям віддихнути. Трошки. Всю вечеринку, там, допустим, 6-10 часов, физически человек подряд не танцует, нужны какие-то там перерывы. Пойти за баром, постоять, выпить, это плюс заведению. Пойти там где-то с кем-то поговорить. Поэтому, если да, нужно не паниковать обязательно, когда там немножко расходятся люди с танцпола, это нормально. Там, вот они час стабильно танцевали, классно, отдача была, все, значит, все нормально. Они сейчас отдохнут, можно немножко другую послабее музыку поиграть, а потом обратно взять какую-то волну и поехали дальше. Угу. Ну, ось так ви працюєте. Ну що, наостанок хочеться почути від вас якогось позитиву, так? От як ви переважно можете звернутися до своєї публіки? Хочу сказати то, що слушайте правильну музику. Прям правильно. Как-то, не знаю, заходите в YouTube, пишите Соломон, там, я не знаю, Black Coffee, разные имена, интересуйтесь, развивайтесь, потому что, ну, музыка, она дает вдохновение, а вдруг вы там, они, допустим, люди, очень много людей, которые даже первые разы приходили на вечеринку, и они открывали для себя, они просто там через знакомых пришли, открыли для себя новый стиль, новый жанр, и они говорят, мы больше никуда не будем ходить, только сюда, потому что мы не знали, что есть такая музыка, есть такая атмосфера, есть такой интерес, и своеобразное все, поэтому надо слушать разную музыку. Сергій Шкапов, діджей, був сьогодні в нашій студії. Дуже раді, Спасибо. Що ви прийшли, знайшли час. Так, у вас все, справді, щільний графік, але змогли. Тому будемо чекати ще вас у нашій студії. Звичайно, з вашими вже треками, так, обов'язково. Так, да. Спасибо, ну, що позвали. Спасибо. Звичайно, а ми зустрінемось за декілька хвилин.